Начали его шурфить. Гвоздик же так не звенял. Гвоздик. Он, в общем-то, небольшой, неглубокий. Ну, поглядим, чего тут у нас есть. Это лозантиница. Из комплекта немецкого противогаза. Такая вот с таблеточками. Такая вот зараза. Что у нас там? 40-й год. Непочатая. Вот такое колечко. То ли медное, то ли латунное. Может, и обручальное было позолоченное. Опять же. Итак, мы продолжаем с утра пораньше. Наш боевой путь. Наш боевой путь в недра. Лопатка помылась. Вот такая вот. Из разряда зимней помощи попалась штучка сувенирная. А в Виксе можно посмотреть. Да в интернете полно. Такая вот лоховошечка. Подорожный знак 2 метра. Пью. Такая штучка. Маленькая. Масюся. Угу. Казалось, первая крупная находка. По-моему, была лопатка. Такая была лопатка. По-моему. Чья-то лопатка. Это, по-моему, немецкая лопата, здесь кольца нет. Только ушки у нее не совсем такие. Были разновидности. По-моему, немецкая лопата. Малая саперная. Так вот она немножко подустала. Да, под полом. Под полом показалась еще одна лозантиница, похоже. Ну да. О, нормально тут прикуривание. Это были ножницы. Ух ты! Когда-то. Но они устали. Очень. Очень. Но надо положить, потому что... Потому
потому что... Писюн, Андрей. И очередная лозантиница. Стирательная резиночка. Пластик. Так вот. Зелененький. Вот такой вот ножичек перочинный из нержавейки выскочил. Накладочки у него вроде пластиковые. А мне граната у него выскочила. Только без жопки. Без жопки, скорее всего, она послушала. Половина гранаты М39 и ичко. Сегодня у нас раскопки блиндажа. Такой большой блиндаж уже был частично покопан кем-то когда-то. Переднюю часть мы зачистили. Так, что-то по мелочи попадались. Бокорезы, штычок гансовский. Подписной супинатор. И бутылка из-под шампанского. Пока больше ничего такого не было. Смотрим, что там в задней части. Вот такой блиндажный тапочек деревянный. Оп. Механический карандаш. Похоже. Очередной. Без надписей. Ну-ка, что за монетки? Давай посмотрим. Поналипле. И монетка какая-то. Голландская. Голландская монета 41-го года. Это, по-моему, еще с Первой мировой кол. Колышек от палатки в качестве заземления использовалось. Головная щетка. Патрон маузеровский. Еще один патрон. Это была граната. Да. Взорванная, что ли? Странная, расколбасила. М24.
густая. Вот такой вот маленький карандашик красный. Обоймы. Такой вот самодельный стопарик. Такой патронный диск от автомата ППШ. С патронами внутри. Тяжелый. Закончили мы раскопки этого блиндажа. Так нам особо больше ничего и не выдал. Большой, пустой. Ну, грамотно было сделано. Досочка к досочке практически. Был пол, была печка. Вот такие вот дела. Так. Сегодня у нас раскопки очередного блиндажа. Копаем блиндаж. Блиндаж уже кем-то копанный. Посмотрим, как хорошо его выкопали. Будет интересно посмотреть, что тут потеряли. И как хорошо раньше копали. Фарфоровое колечко от гранаты М24, колотушка. Конечно, это же лозантиница. Супер находка. Она что во время войны была бесполезная, что сейчас? Что может быть бесполезнее, чем лозантиница? Колышек от палатки. Полежал на полу. Такой вот алюминиевый. Клещи. Такие маленькие. Немножко подустали. Наверное, будут работать. По-моему. Такой вот выскочил. Жопа ты какая, все, он плакался. Смертный жетон. Немецкий. Уставший. Что-то ничего не видать. Пустышка, что ли? Набивки не видно. Пустышка, наверное. Такой кусочек цепочки или браслета попался. Такая вот штучка. Была. Сделал заваливание. У тебя там есть что снизу?
Не, нет ничего. Ох, красота. И сюрков нет. Просто бочонок. Просто бочонок. Из-под льда. Понятненько. Но под Питером есть они. Пехотник. В серебре был. Симпатичный. Где лежал? Выпал. Mm-hmm. На полу, видать, лежал. Вернули его вместе с полом. Ну так вот копают блины. Я теперь доволен вообще. Она теперь вообще просто красавелла. Коллекшн пополняется. Куда тебе два пехотника? Они просто у нас валяются везде. Как и железные кресты. Вот это да. Я должна так позвать. Попил кофейку называется. Я даже писнул опять. Так вот ножик берочинный, уставший. Смотри. И читайте. Такие ножнички выпали. Неплохие. Пиу-пиу. Так, что у нас тут еще было? Еще один тухлый перочинный ножичек, какой малюсенький. Гаечный ключ крутить гайки на гранатах. Вот. Еще вот это пуговки всякие. Бутылка обычная. Оп-оп-оп. Магазин от автомата МП. Очень уставший. Да, блядь. Опасно. Такие бандажировки. Как полтинничек. 50 фенингов. 35-й год. Такой вот бутылечек. Раз. 50 миллилитров граненый. Что там? Какое-то масло было, что ли? Заканчиваем блиндаж. И вот такая мазилка выскочила.
Борзальбе. Борная мазь. Выпущена в Мюнхене. Такой тюбичек. Можно мазаться. Вот закончили мы раскопки блиндажа. Добили. Вот нашел такой карандаш, вставленный на гоновскую гильзу. Зацеп от газбака. И 10 фенингов 24 года. Вот, больше, в принципе, ничего. Но, как показала практика, копанные блиндажи еще дают. Ладно, там мелочевки немного. Жетон и пехотик в серебре. Как бы тут больше сказать, в общем-то, и нечего. Каждый сам решает, копать блиндажи копанные или нет. Ну, мы попробовали ради интереса. Вот такой вот результат. Это не значит, конечно, что пехотники берут в каждом копанном блиндаже. Вот. Но мы копаем все. И находки еще будут. На этом пока все. Такие скромные находочки пока что. Такой вот уголочек в маленьком блиндаже. Такая вот расчесочка выпала. Была целая. Я ее удачно подрихтовал. Теперь она не целая. Надписей никаких нет. Просто расчесочка. Такой вот ковшик вылез. Полуставший. Железный. Пока больше ничего. Ну, только выживаем, блядь. Ну, алюминиевая вилка-ложка. Целая. Не зря я 3 дня мучился. Ну как 3, не 3. Вот это вещь. Вот это вещь. Снимаешь? На. Ну я же макал там. Да сделать зазыривание-то. Она немного подкопченая, блиндаж горел. Опа! Вот так вот у нас и копают блиндажи. О, ВСМ-40. 40-го года. Красотуля! Дай мне посмотреть там, блядь, этих вилка-ложек. Расчесочка выпала. Нил Мелиус. Такая вот расчесочка. И до этого еще одна вылезла. Серебряный 5 марок 35 года.
зацеп от фляги. Оп. Вот, собственно, закончили раскопки блиндажа. Больше особо ничего интересного не вылезло. Вот замочек остался от двери, проход, ну и сам блиндаж небольшой. Но, тем не менее, в этом блиндаже были приятные находки. Что ж, будем копать дальше. Следующие блиндажи.